У нас такой сильный дождь. Теплый-теплый. На улице тепло-тепло вообще. Уже заканчивается, не успела я снять, как тут пролетал. Бакс не хочет выходить. Ты не хочешь выходить? Бакс, на улице не хочешь выходить? Пойдешь? Че, нет? Просился. Че, нет, не пойдешь на улицу? Тут посидишь? Или домой пойдем? Ну что сел-то? Просился на улицу. Дождь увидел и все перехотел. Что-то как-то нет, да, Бакс? Сейчас скажи, лапы будут грязные, мокрые. Как-то нет, не хочется. Не стоит, да? Ой. Бакс, не хочешь гулять? Все, давай, я закрываю дверь. Хочешь, потом пойдешь. Когда хочется гулять, а на улице дождь, да, Бакс? На улице ливень. Грязь. Бакс, кто там? Ну-ка, ну-ка, Бакс. Бакс, где ты? Ну-ка. Да. Сейчас такой гром был вообще. Прям как грохотнуло, аж дом затрясся. Гром и молния. Прям давно такого не было дождика. Он такой, как грибной. На улице так тепло, классно. Да, Бакс? Кто там? Ну-ка. Аж подскочил. Да? Эй, аж подскочил. Подскочил, аж скажи, не погулять ничего сегодня. Ну как опасно. Грохочет себе потихоньку и все. Такая раскат. Тучки сходятся. Получается гром. Будете учить потом это. Все, вроде дождик прекратился. Сейчас опять начнется. Прекратится, начнется. Сейчас идет порошок. Так хорошо на улице, свежо. А я вот сыр. Ну сыр это понятно. Сыро у нас тут всегда. О, опять дождь начинается. Сейчас опять. Он прям полоса пройдет опять. Вчера тепло было, жарко. Лето, можно сказать. Типа. А ветра нету. Ветра нет. На улице тепло. Сколько там на граммах нету? 10 градусов. 15 градусов. Это много? Да? 15? Да. Ну, 15. Плюс или минус? Плюс, конечно, минус. Минус только зимой бывает. Плюс опять зарядил. Что? Дождь. Сегодня в рубрике дождь. Погода Шикотана. Просто дождь. Дождь, гром и молния. А, еще ливень периодически. И туман.
Туман застелился. Сопки не видно. Сопок не видно. Гром загремит. И дождь потом. Гром загремит и дождь. И вообще никого нету. Наверное, магазины абсолютно все закрыты. Да нет, они открыты, просто в магазинах никого нет, кроме продавцов. Кто ж пойдет такую грязь? Грязь моросит. Моросит. И кровь не видно. Угу. Никто не туда. Все, зарядил опять у нас. Дождики. Вкусная рубрика «Дождь». Ой, какой сильный. Во, вот это дождь. Во, вот это ливень, я понимаю. Во. А завтра, если дождя не будет, уже будет сухо. Потому что здесь вода быстро впитывается. Прям моментально впитывается в землю. И такое все лето. Еще есть иногда холодные дни. Сегодня хоть тепло. Можно окно открыть, проветрить. Такая погода тут постоянно грустная. Ну что тут еще делать? Только и видео снимать из окна. В лес идти в этом году тоже. Что-то нет желания, потому что мошка в этом году. В этом году мошка такая кусучая. Как-то она называется по-другому. Она выгрызает кожу. Прям. И опухает прям вместо укуса, опухает большими шишками. Поэтому в этом году идти куда-то в лес, что-то нет желания. Просто есть знакомый, кто ходил. Было так неудачно. Поэтому только смотрите, как у нас идет дождь. Наверху там хоть на бухту можно посмотреть, а на бухту.